Без малого 25 миллионов евро планирует собрать Рига с владельцев недвижимого имущества. В следующем году в столице вырастут налоговые ставки. Сейчас ставка налога на землю в Риге равна 1% от кадастровой стоимости. В следующем году она вырастет до 1,5%, постановили в Рижской думе. Но одновременно будут введены скидки. Для семей с одним ребенком 25%, с двумя 50%. По полной будут взимать деньги за квартиры, в которых официально никто не задекларирован. Таких в столице почти 40 тысяч. Налог на недвижимость собирается лучше всего. И это была всегда позиция и Министерства финансов, и Международного валютного фонда, что, в принципе, правильнее переносить нагрузку на налог на недвижимость, налога подоходного. Потому что по подоходному налогу он не показательный, а недвижимость ты ее спрятать не можешь. И, соответственно, если ты состоятельный, тебе принадлежит дорогая недвижимость, ты платишь больше. Еще существеннее вырастет налог на недвижимость. Сейчас его ставка от 2 до 6%, будет 1,5%. Но опять-таки будут введены скидки. Для семей с одним ребенком 50%, с двумя 70%. В итоге, по подсчетам Рижской думы, общий налоговый платеж для семей с детьми не вырастет, а наоборот уменьшится. Полную ставку заплатят владельцы имущества, в которых никто не задекларирован, а также владелец недвижимости, в котором на одно задекларированное лицо приходится более 30 квадратных метров. Ну, с одной стороны, конечно, те люди, у которых есть довольно нормальные доходы, они могут, конечно, платить больше. Вопрос в том, что делать для тем, которым нет так много доходов. И совсем драконовская ставка в 3% от кадастровой стоимости предназначена для владельцев, чья недвижимость признана деградирующей территорией, а земля неухоженной.